Мы приняли 800 тысяч сефардских евреев, которые бежали из арабских стран. Они приехали из Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Турции, Ирака, Сирии, Персии, Йемена. Мы приняли 800 тысяч евреев, которые бежали и оставили все, вплоть до копейки, но не получили ни копейки компенсации. Это была первая стадия. Мы приняли на сегодня евреев из арабских стран. Нам евреев, им арабов. Но я лучше их. Я готов платить компенсацию. Поляки и чехи. Две замечательные страны, потому что это социалистические страны. В 1945 году выселили 12 миллионов этнических немцев, которые жили там веками. Если вы знаете предысторию Второй мировой войны, вы поймете почему. Тамошние немцы служили пятой колонной для Гитлера. После Второй мировой войны поляки и чехи залезали свои раны и нашли свой способ сказать «никогда больше». И они выбросили немцев вон. И никто не чесал затылок и не убивался. Что же скажет мир? Давайте не будем рассказывать польские шутки, они умнее нас. Давайте будем рассказывать еврейские шутки. Я хочу, чтобы арабы счастливо жили в любой из своих 22 стран. У них есть 22 страны, а у нас всего одна. В этом вопросе компромисса не будет. Я не собираюсь потерять свое единственное государство ни под арабскими пулями, ни под арабскими младенцами.